Всем привет! Снова я с вами, драйвер 51 Рус. Сейчас прокатим карту улица от Карабаш 74. Посмотрим, что тут за карта. Карта улица. Вот она. Угу. Моё, наверное, друзья Хаммер-Роу. Как обычно. И начнем. Сразу мы тут в гараже. Ну, я так считаю, что, наверное, этот практически тоже как полигон. Ровные дорожки. Дорога и этот самый карта для стритрейсинга. Равнина полная. Так. Скрин. И погнали. Вау! На, получи пошел гранату. Некрасиво на обзоре на сломанной машине ездить. Подчиним ее сразу. Просто по квадрату асфальт, а в середине травка. Как-то так. Ой, тут еще какая-то гора есть. И прямо в дом японский городовой. Там, ну чё ты будешь, посмотрел на гору. Давайте опять вот губы ему накрасим. Все нормально. Ага. Короче, просто трамплин не попаду, наверное. Ну, тут трамплин прям в дом. Сразу в квартиру, что ли, заезжать на машине надо. Бабам. Ну все, и там эти по кругу тоже все. Вот так же. Давайте тут еще маханем с этого здорового трамплина. Только если прицелиться, то нормально. Как-то никак. И ульт. Ни хрена себе утонул. А никак тут камеры-то не посмотреть дело. Ты где, паря? Короче, все, Хаммер утонул. Ребята. Вот такой вариант. Можно восстановиться в гараже, правда. Давайте еще где-то трамплин. Налево. Дом еще сейчас пилимся.
Так. Урону 48, что так мало. Короче, вот весь это обзор на карту улица от Карабаша 74. Скачивайте, гоняйте. Есть машинки, к которым эта улица будет в самый раз. Быстрые всякие машины для дрифта. От Дмитрия Романенко, по-моему, был там КамАЗ. И КРАЗ какой-то я видел, не знаю, его, не его. Так что, ребята, вот, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в группу. Всем удачки, качайте. Удачных покатушек, пока-пока.